Дзюдоист Гамзат Заирбеков стал серебряным призером открытого европейского турнира в Австрии. Воспитанник махачкалинской спортшколы «Спартак» провел в общей сложности 6 поединков и лишь в одном потерпел поражение. В категории до 60 килограммов в борьбу вступали 37 дзюдоистов. Гамзат Заирбеков поочередно взял верх над представителями Армении, Японии, Казахстана, Франции и Италии. В финале выходец из Хунзахского района с минимальным преимуществом уступил спортсмену из Азербайджана. Заирбеков является действующим чемпионом России. В ноябре минувшего года 22-летний спортсмен праздновал победу на молодежном первенстве Европы в Черногории.